Здравствуйте, меня зовут Курзин Игорь. Предлагаю вам видеообзор квартиры, находящейся по адресу Коностровский проспект, дом 54. Общая площадь квартиры 240 квадратных метров. Мы вошли в квартиру и вот сейчас находимся в помещении вот с такими оригинальными окнами. Обратите на них внимание, и сейчас я вам покажу, как эти окна выглядят снаружи дома. Это вид из окон, это внутренний двор. Красивый фасад дома в стиле серный модерн. А вот прямо такой серый фронтон и наверху два небольших квадратных окна. Это вот такие же окна, как вот мы видим сейчас внутри квартиры. Там похожая квартира. Высота потолков 3,70 в коньке. В наклонной части 2,70. Поэтому к окнам можно подойти не нагибаясь. Это при входе один санузел. Здесь может быть одна комната. Вторая, или прямо это кухня, это дверь серая, это выход во двор запасной, это вид из окна кухни, напротив видим мансарду. Кухню вы можете объединить, вот, сделать кухню в гостиную, либо оставить в таком виде, каком есть, это все в зависимости от ваших предпочтений. Это коридор. В конце коридора темный проем, это санузел большой основной, порядка 10 метров. А вот сейчас мы попадаем с вами в самое большое помещение этой квартиры, которое может быть разделено на одну или две или три комнаты, в зависимости от ваших предпочтений. И вот обратите внимание, какие красивые окна. Да, вот такая необычная форма, сколько солнца. Это солнечная сторона. Ну или можно оставить вот такую красивым большим одним помещением, чтобы сохранить объем, тоже будет смотреться очень хорошо. Каждое окно является дверью, и эта дверь ведет на террасу. Собственная терраса 13,5 метров. И что же мы видим перед вами, когда стоим на террасе? Это улица профессора Попова, там Каменноостровский проспект. И вот в этой части вид, ну, просто завораживающий.